Гришина тот парень, на которого стоит обратить внимание и болеть за него, смотреть за его пути. Видите, целая делегация сейчас сопровождает Али Ахмедова. Ну и зал весь, трибуны Белатека Сарарка, которые практически полностью заполнены. Все 11 тысяч человек сейчас поддерживают Али Ахмедова. Конечно же, Даняр, согласитесь, такая поддержка в родных стенах, она психологически укрепляет веру в себя спортсмена, и ему дальше легче выступать. Да, конечно, я согласен с этим. Это очень много сил придает, на самом деле, когда так болеют за тебя. И видишь эту поддержку, и веру в тебя, это очень помогает и какую-то энергию дает сверху, дополнительно. И ты настраиваешься лучше, стимулируешься лучше, поэтому стимул очень большой появляется. Казахстанның тағы бір мықты боксшы Али Ахметовтың шаршы алаңға шыққан сәті.